Добро пожаловать в игровую социальную сеть, а также удобный сервис для поиска единомышленников и напарников по любимой игре. Мы предлагаем удобный инструментарий для стримеров и видеоблогеров, новости, онлайн-чаты, группы, блоги. Мультиплеер-центр. Возможно, лучшее место для игровых знакомств. Всем привет, дорогие друзья, с вами Маракаси. Сегодня я хотел бы показать вам потрясающий бой на тяжелом советском танке КВ-222. Бой произошел на карте Химмельсдорф и играет тут полководец Николай. Игрок сразу же забирается на горку. Режим, кстати, тут встречный бой. И хотелось бы сказать пару слов про этот танк, он просто шикарный. Если у вас есть возможность как-то его заполучить, то очень советую его приобрести. Это не реклама, просто сколько я раз видел нагибы на этом танке, да и сам на нем частенько играл на пресс-аккаунте, и он хорош тем, что у него отличное круговое бронирование, лучше даже, чем у обычного КВ-1. Ну и кроме того, у него льготный уровень боев, и он часто вот попадает вот в такие вот довольно-таки простые бои. И, как вы можете видеть, игрок действует весьма агрессивно, уничтожил он уже тут одного противника на ЛТшке, и далее перестреливается тут сразу с тремя вражескими танками. Но броня ему позволяет действовать агрессивно, и враги не всегда его пробивают. Хетцера, конечно, пробить не так-то и просто с этого орудия, но есть другие противники, которые к тому же подставляются бортом. Например, вот этот вот француз G1R, и получается красивейшим образом снести ему башню последним выстрелом, прямо в фаталити. Ну и можно теперь разобрать этого Хетцера. В принципе, голдой он пробивается нормально. И теперь полководец Николай продвигается в атаку и начинает разбирать японца и экспериментал. И отправляет его в ангар в итоге. Потом он заходит двум противникам в тыл, уничтожает шотного КВ-1 и начинает разбирать Черчилля. Ну и без проблем отправляет его в ангар. Хоть КВ-222 и потерял половину прочности, тем не менее он уничтожил довольно опасных противников. И далее можно насладиться и поуничтожать артиллерию Су-5. Отправляет игрок ее в ангар, и светится тут еще АМХ. Ну и, конечно же, без проблем можно его тут пробивать. Игрок его уничтожает и продвигается в атаку. Какой-то противник встает на захват, но захват тут долго длится, тем не менее, все-таки чуть-чуть нужно поторопиться. Сбивает гусю арта, не удалось ее добрать, поэтому игрок переключается на ВК-3001, сползает вниз и уничтожает его. Ну а потом и арту тоже отправляет в ангар. Ну и теперь нужно ехать на сбитие захвата, в принципе, время на это еще предостаточно. И стоит надеяться только на то, что два этих союзника смогут как-то тут справиться с неприятелем и не сольются. Уже 10 фрагов у нашего героя. И, в принципе, как вы можете видеть, союзники сливаются. А это означает, что можно взять тут очень ценную медальку. КВ-220 подъезжает к базе и засвечивает захватчик. Это Шкода Т-24. Получается без проблем пробивать врага. Походу он АФК. Ну и получается отправить его в ангар. Ну не сразу, тем не менее, без проблем удается его уничтожить. Безусловно, это везение. Но, тем не менее, еще приходится столкнуться с двумя опасными тяжелыми танками. Ну и светляк, конечно, особой такой опасности не несет. Наверняка противники приедут скоро именно сюда, и хорошо было бы здесь устроить какую-нибудь засаду хитрую. Но решает Николай поехать ближе вот к этой заброшенной станции, если так можно это место так назвать. И тут он внезапно по дороге засвечивается. Значит, противники уже
на хвосте, я не совсем рядом, так как все-таки обзор у советских танков плохой. Игрок выезжает, засвечивает КВ-1С и начинает его разбирать. В принципе, враг пробивается легко, без проблем, с двух раз, но потом идут какие-то непробития. Просто, видимо, КВ-1С немного везет, но тем не менее удается отправить его в ангар. Также тут бунтуется ПЗ-1С, но это такой противник номинальный, конечно, удается его легко уничтожить. И остался последний враг. И он засвечивается сзади, стреляет фугасом и наносит 140 урона. То, что он на фугасе, это, конечно, плохо, так как броня в данном случае не спасает. И если противник еще разок попадет, то, скорее всего, бой закончится для нашего героя. Игрок поджидает тут врага, старается его выловить на ошибки. Противник выезжает, стреляет, но мажет. Ну и далее получается его уничтожить и победить в этом бою и получить редкую медаль героев Россияне. Ну и также другие ценные медальки. Ну и на этом все, друзья. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Желаю вам удачи. До скорых встреч. Пока.